Ежегодно в библиотеках по всей России проходит акция «Библионочь». Масштабное мероприятие направлено на популяризацию чтения и объединяет тысячи библиотек, музеев и книжных магазинов. Так, в Центральной библиотеке Ленинского района акция прошла под названием «Магия книги». Акцию мы проводим, конечно, не первый год. Мы все 7 лет, сколько существует в России социокультурная акция «Библионочь», мы в ней принимаем участие. Все меняется. Каждый год у нас новая программа и каждый год у нас новая тема. Но, естественно, мы готовим все это. Мы творческие люди. Мы хотим удивить чем-то. Вот. И, знаете, чтобы не думали, что библиотека – это что-то скучное. Вот люди приходят, все радуются, проходят эти квесты, им вручают призы, и все счастливы. Ну, наверное, на это больше направлено. Из года в год к акции готовятся тщательно, и каждый раз организаторам удается удивить пришедших любых возрастов чем-то новым и интересным. В этот раз они провели мастер-классы, квесты и викторины. Для детей самой интересной оказалась познавательная игра «Казино». 10 тысяч. Ваши ставки. 10 тысяч. Ваши ставки, господа, на циферку 10. Я в прошлом году был на этой акции. В прошлом году здесь больше конкурсов было, но в этом году они интереснее. То есть в прошлом году не было таких вот акций, конкурсов, как казино, аукцион. Мне очень понравилось, потому что интересно было. Все такие хорошие друзья тут. Я участвовал в игре «Казино». Там мне понравилось. Я, кстати, приз выиграл. Вот очки. А я участвовал в квесте. Мне понравилось. А он там в викторинах участвовал. Тут очень весело и круто. Для всех пришедших актеры студенческого театра «Новый диалог» представили свой мини-спектакль «Любовь всегда права», в который вошли отрывки из произведений классической литературы. Вот пришли мы к Самобе, до комнаты полна была народу. Были Хлупинский, Захарьевский, Колбинский, Прикачный. Ну, а Березки? Пока идите, все в порядку. Вообще «Библионочь», мне кажется, для того, чтобы возбудить интерес читателей к той великой классике, которая всегда на все времена. Все участники всероссийской акции нашли себе занятия по вкусу. С удовольствием поучаствовали в викторинах, научились аппликации, а кто-то просто насладился театральным искусством. Но каждый получил только положительные эмоции. В библиотеку хожу без малого 50 лет. Здесь мне нравится все. Это наш очаг культуры. Сегодня я узнала, что здесь «Библионочь». Она в основном проводится для детей, но взрослым тоже не возбраняется участвовать. Получила книгу очень интересную, философскую. Стараемся ее прочитать и осилить. Так что библиотека будет приходить всегда. И правильно, ведь книги играют важную роль в жизни человека. Они нас учат, дают советы, с их помощью мы познаем мир. А благодаря акции «Библионочь» с каждым годом любовь к художественной литературе и желание приходить в библиотеку только увеличиваются. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».